Представить современное общество без налаженной системы здравоохранения невозможно. Медицинские работники всегда готовы прийти нам на помощь. Своими знаниями и умениями они поддерживают и спасают жизни. Их труд сложен, он требует особой чуткости, огромных сил и энергии. В преддверии праздника слова благодарности в адрес медиков выразил глава Великоустюгского района Александр Кузьмин. Сегодня мы отмечаем людей, которые посвятили свою жизнь помощи людям. Это врачи, фельдшера, медсестры, сестрички, сотрудники скорой помощи. Ну и все те люди, которые приходят на помощь людям, которые находятся в трудной ситуации, которым надо помочь. Ведь вы знаете, что мы к вам приходим как к волшебникам. Почетные грамоты, благодарственные письма, ценные подарки сегодня получили самые трудолюбивые и заслуженные работники сферы здравоохранения Великоустюгского района. Эти люди посвятили свою жизнь помощи людям. Благодаря их работе спасены десятки человеческих жизней. Награды получили и врачи, и младший и средний медицинский персонал. Надежда Чебыкина, старшая медицинская сестра Великоустюгской ЦРБ, награждена почетным знаком губернатора Вологодской области за заслуги в развитии здравоохранения. Для Надежды Ивановны работа – это призвание на всю жизнь. Находясь вот в этой специальности уже, в общем-то, более 40 лет, во-первых, ни на минуту не пожалела о том, что вот я выбрала именно такую специальность, такую профессию. Ну и вот профессия, она сама по себе просто уникальна. И уникальность ее заключается в том, что, начав, вот придя в эту специальность единожды, остаешься в ней на всю оставшуюся жизнь. Вот это самое главное. Вот. Ну, еще это уже становится не только смыслом жизни, а уже становится образом жизни. Награды получили более 30 заслуженных работников сферы здравоохранения. И, конечно же, это лишь малая часть медицинского коллектива нашего района. Телекомпания «Русский Север» поздравляет всех с наступающим Днем медицинского работника, который, напомним, в России празднуется 16 июня. Степан Крижановский, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».